лесу живу, как документы посеял. Вы думаете, что я вор или какой-то, или где-то сидел? Нет, я нигде не сидел. Да. Я рабочий человек. У меня рабочие руки, а не вора. Так что я вот за этих 5 лет, и я люблю честность. И даже какой-то фильм смотрел про летчиков. Мол, они меняться, давай будем меняться. Тот ему часы отдал по-честному, ну тот-то по-честному, а тот ему взял лягушку, подсунул. Ну, вот это когда я фильм посмотрел, я говорю, вот какой, тот ему часы отдал, а тот ему лягушку. Это же так нечестно, неправильно. Надо везде честно поступать. В любых ситуациях, да, каким бы ты ни был. А у меня вот честность. Она честность как? Когда честность, она во зло как бы превращается. Я все равно свое делаю по-честному, по-честному. Это мое оружие, оно такое же крепкое, очень крепкое, это честность. Оно бьет по мозгам всем, практически бьет. Любого преступника, любого крутого уроет, знаете. Преступников я не боюсь, нахер они мне нужны, знаете. Но когда шобла на одного, ну что, я ретируюсь просто, как. У меня ноги есть для этого. Я бегу. Они за мной в кустарнике не побегут, потому что я в кустарниках. И в лесу все дороги, все тропинки знаю. Но он просто в капкан попадет, сам туда же, знаете. И все. Так что вот так и живу. Вот. А воровать это не в моих правилах. Зарабатывать надо. Вот один моторчик распиливаю, да, второй распиливаю. Да. Все. Считаю, что у меня в запасе вот железо сдам, ну, где-то на рублей 400 будет. Вот. Капелька по капельке гранит долбить. Да. Вот так я капелька по капельке. Вот сейчас дрова я запас к зиме. Не знаю, хватит, не хватит дров. Ну ничего, там пока снег не выпал, я пока сушняк. А что я приготовил, это не трачу. Пока есть дорога, я хожу, собираюсь, стараюсь собирать ветки сухие, все собираю, все собираю. Ну, короче, природа, она как? Тебя никто не учит, тебя природа учит, она тебя подталкивает. Вот зима такая будет, такая. Там не надо мне там градусники, там всякие приемники, радио. Природа извне, оно само говорит, что будет и что-то будет, и все-все. Оно меня все предупреждает. А что вот эти делают всякие аппаратуры, самые, пускай даже современные, они ошибутся. А Колька никогда не ошибется. Потому что у Кольки идет извне. Вот. А когда извне идет, это самое, что... Это самое такое современное оборудование. Оно переплюет любую аппаратуру, которую на земле изобрели, любую перемену. Вот моя энергия какая. Но, чтобы энергию эту получить, хорошую твою энергию, чтобы ты не пил, не курил, просто свое здоровье берег для этой природы. Потому что она где как треснет, где как льнет. А мне и поливало, и, короче, везде. Я был мокрый и обмороженный. Ну, у меня же все целое, все на мне целое. Потому что мне вот оттуда извне помогает. А если он мне не помогал бы, я бы давно, может, сдох уже бы. А вот люди, которые запиваются, наркоманы, они и в тепле сдохнут, и в уюте сдохнут. Да везде они умирают, сдыхают. Вот так-то, наверное. И не иметь много денег. Ну, иметь так чуть-чуть. Там не мне лично деньги как? Да я не знаю. Для меня как бы так себе. Ну, надо что-то чуть-чуть побаловаться. Ну, а так все. Вот так держу. Вот к зиме я вот готовлюсь, чтобы не курить, не пить. Вот это самое главное. Самое главное. Все. Держись. Я держусь. Как? Меня только могут убить, фу. Бандиты такие ярые, соберутся как, а он сопротивляется,
правильно, если человека раздеть догола, его попинать, этого человека одного, хором его пинают, а пинают на все кости ему переломают, а потом еще, вот, теперь ты хрен вызови, тебе никто не Бог, никто не поможет. Вот так и спинают его до хрена, калека оставляют, на, а все равно живут калеки, без ноги всякие, живут и живут, всем, как говорится, смертям назло, на. И я живу, и буду жить всем смертям назло. Ну, себя оберегать я буду. Очень-очень. Вот это у меня на первом месте осторожность. Это очень. Потому что сейчас глупых людей очень много. Они... Да вообще чокнутые. Да, чокнутые. Вот этих чокнутых надо оберегать. Особенно оберегаться вот это надо. Вот у нас правительство вот это. Вот оно. Вот это самое главное. Это самый опаснейший враг. Это правители. Вот, потому что это оттуда все идет, вся грязь, вся шушера, вся это идет шушера. Они из себя только вот так говорят красиво. По телевизору, там из себя по радио такие слова вставляют, все, себя показывают, да вот мы сюда-сюда. Ничуть ли они не боги. Это не боги, это бандиты первой категории. Вот и все. А вот самая масса это народ. Ну, масса. Масса она есть масса. Она. Массы все боятся, потому что большая масса, она практически может все уничтожить. Да, всю планету и Вселенную уничтожить, вся эта масса. Она. Вот, если ее разозлить, а ее не надо злить. Это как пчелки вот кусаются, вот ули. Разворотик она у пчел, они тоже кусаются. Вот так же и народ этот тоже кусается. Она. Так что надо. А я вот живу. Просто у меня жизнь такая сложилась. Или это Всевышний мне сказал, Колька, ты без документов проживешь. Ничего, нормально будет. Зато тебе легко. Не надо там о чем-то думать, да, и так далее, и тому подобное. Да. Вот